Мишка Япончик, Остап Бендер, Три Пушкина и не только. На Приморском бульваре прошло уже третье карнавальное шествие «Календурь». Таким образом, организаторы хотят рассказать одесситам историю города через известных персонажей. Мы берем все даты, которые происходили, связаны с одесской историей, неважно в каком году, 120, 150 или 28 лет назад, но это или рождение знаменитых одесситов, или какое-то знаковое событие для города. И уже в контексте вот последней недели мы рассказываем, что, собственно, было в городе там, 128 лет назад в этот день. Ну вот такой человек, который... любит солнце, воздух, море и где-то там не то чтобы облапошить там, знаешь, обдурить людей, а где-то вот красиво так непонятно что сделать, но чтобы там не убить, не ограбить, не там что-то там, нет, а вот так вот что-то вот.